Вот бывают страны, в которых живут мужики, и у них есть бабы, и они им готовят жрать. А бывает, есть страны, где живут нормальные люди, и у них есть любящие жены. И готовят они пищу не просто, а с любовью. И вот такой вот, не то, что там пармезан, это в магазине можно купить, а вот смотри, какой вот тач, вот, значит, видите, вот такая тонюсенькая долька чесночка на выращенный на своем участке помидорчик, значит, томатик. Приятного всем аппетита. Ну, что я могу сказать в свое оправдание? Ну, погода так и шепчет. Два ужасно жарких дня, вчера и сегодня. Ну, все прошедшие дни я дома пилил, а сегодня последний жаркий день. А главное, после дождей прошло 4 или 5 дней, я решил выскочить. На душе неспокойно, ну, проверить, типа, после дождя, может, рванули грибочки. Дождь был, грибочки дули. Нету вообще, ноль, блин, обидно. Ну, я думал, вот цветники, может, хоть будут. Ага. И это, подъезжаю уже к заповедным местам туда, я на той стороне ездил, искал. И звук такой странный. А, это, я полез, короче, я небольшой специалист, да? Вот эта херня, видите? У меня такое уже было, блин, на другом фураннере. Зять починил, у него как раз оказались таким же механик. Ага, теперь на этом, блин, смотри, хернюшка. Обломался она от седого до седа, короче. А когда это, если не привязано, то капец, блин. Машина так это, звуки страшные делает, и все на свете. Ну, знаешь, что, в прошлый раз я, короче, хитро, я так отрезал нахер. Ну, не нахер, а это. И приварил другой болт, короче, чтобы он от седого торчал, туда гайку захерачил. Ну, а надо еще резину и прослойки, прокладки там, то все, блин. Ёлки-палки, масло бежит везде у вас, все, блин, это капец. Такая машина дряхлая. Уже это, блин. Иногда переключать. Ну, второй мост включать. И уже так тяжело, так неохотно. С замедлением, с запозданием. Ага, все масла оттуда выбежали, наверное. Нашелся бы какой-нибудь добрый человек, блин. Приехал бы, да, залез бы, да, залил бы, да, все. Пойдем посмотрим, кто это мусор, это индейцы, блин. Ну, накидали. А мы сходим в лес, посмотрим, а может, пенки хоть где-то пошли. Они из пеньков, из старых таких, да, а здесь такого добра очень много, видите, вот эта фигня, видите, вот это. И, короче, когда бывает урожай раз в пятилетку, в десятилетку, в двадцатилетку, то это мы не жрем, пацаны, они какие-то дубовые. Хер знает, что за фигня. Короче, за все годы здесь один раз только был такой офигенный урожай питпенков, а не маршрум. Они действительно, когда пожаришь, они сластят. Ну, потому что они на дереве растут, они сами дубовые, и это... Надо молодые брать, а если ножки берешь, то очищать, наверное. И главное это варить надо минут 20, жарить. Ага. Ну, вкусные, вкусный гриб. Ну, увы, увы, нету. Хорошо, что дядя Вова набрал, блин, на много лет вперед. Фу, жалко. Ну, проведали, проверили, правильно, успокоились. Знаем, что в этом году грибов нема. Хорошо, что я хоть лисичек намаслал. Хоть сухих, но много. Увы, нету, хлопчики, ничего. Жаль, жаль. Да, ну, были дожди, и так, и главное, не такой это летний ливень, знаете, а такой, который нужен, типа, грибной дождь. Ну, мало, мало, не знаю, полдня или еще меньше. Ага. И потом иногда это припустит, то есть, ну как-то недостаточно. Если бы пару дней хорошего дождя, такого все пропитать, может, что-то и пошло бы. Ну, в принципе, идеально, знаете, были дожди, и потом наступила жара, и сентябрь месяц, и... А вот видите, не закажешь, не докажешь природе, что она должна. Жаль, была надежда. И это, ну, факебук там же всегда это подкидывает, да, вот. 3 года назад, 5 лет назад, что было там, меморис вот эти... Ага. И как раз вот это золотое время, когда я в хорошие года собирал очень так плодотворно. Синие грибы были, грузди такие, боровики были, подберезовики.
и многие другие. Даже подосиновиков нету в этом году, ёлки-палки. Что за беда, хлопцы, а? Фу, давай, вылазим отсюда. Жаль. Блин, пацаны, не знаю. Короче, женю японский металл на американском. И что-то не очень, блин, не очень они любят друг друга. А еще, видишь, это босиком и в шортиках, блин, это. Ну, не хочется обжечься, поэтому в раскорячку так это, как моряк. Ну, будем дальше сопли вешать. Короче, надо это все это прихерачить, короче, да, это сейчас это сварочкой соплей навешать с обоих сторон. Потом в воду окунуть, чтобы остыло, и потом это солидолом хорошо замазать, и туда это заткнуть назад, и закрутить, и ездить. Блин. Пацаны, есть две категории водителей. Одни постоянно моют машину, там это что-то улучшают, там то все, блин, драют, короче. А другие просто ездят, ездят, и ездят, и ездят, блин. Мы посередке где-то. Да я шучу, пацаны, какие нахер середки? Мы, блин, там, а в самом-самом низу, которые ездят, ездят и ездят, блин. Уже хотел эти шашки в ножны, блин, а потом смотрю, дворянка столбовая там что-то делает. Ну-ка, пойдем посмотрим. Ну, что тетя Валя делаешь? Ну, там горы любуюсь. Любуешься? Да. Ну, давай вместе полюбуемся. Ну-ка. Ну, вот они, смотри, такие тяжелые, что это. Я уже подвязывала, все равно он сползает весь. И на осторожно, чтоб не сломался, блин, куст, ты что? Ну, видишь. Ну хай лежит на земле, раз да? ему нравится. Ничего. Что? Лишь бы краснели. Ну вот, начинаем. Русаки вроде. Сказали, что это. Ты знаешь, как это по породу помидор? Ой! А который мне нравится, вот и все. Ну и все, да? А пацаны сказали, батя надо называть. Батя. Батя называть. Ну, а матри там красные, видела, да? Да, вот. Ой-ой-ой, я вообще красных ой, не люблю, и коммунистов не люблю, но помидоры ой, красные кушаем. Ага. Ой-ой-ой. Там тоже краснеет один. Да. Это цветочки, это культурные, благородные? Да, это, да, Вов, да? это хорошие цветочки, Вов. Бляха-муха. Это как анютины глазки. Ну. Да. Можно их можно кушать, украшать, салатики. Ой-ой-ой, тут оркам ну. давай пусть кушать. Ты оставь, пусть краснеет, что ты, да? что ты, полузеленые, нафиг. Че, да, деды да, зря да, воевали, сейчас будем полузеленые жрать. Ты что, блин, пусть ну, краснеет. Где? Я завтра приеду и, наверное, я соберу их все, которые большие. Да ты завтра приедешь, ты что, будет поздно уже? О, послезавтра. Послезавтра, ну. И засолим, чуть-чуть. Что да солить нахер, блин, свежие накушать, что солить-то, блин? Соленых квашеных в совке наелись. Ну что, балдырганы, подрастайте, блин, за последняя, третья партия, блин. Смотри, блин, орлы какие, а, блин. Это три кочки было у одной, там четыре, у другой шесть, у другой десять, там или что. Смотри, вот это старший. Ага, я всех до кучи собрал, клочек всех уволил, одну оставил. Ага. Потому что если две-три разные клочки вместе, то это они воевать будут, а держать их отдельно. Сейчас, блин, буду я бегать кормить 25 минут. Нихера, Оля, там маленький туда попал, и его обижают. Ай-яй-яй.